Плохое содержание территории и неприглядный внешний вид павильонов рынка. Такие замечания жители Малаховки озвучили на последней встрече с главой Люберец Владимиром Ружицким. Как поменялась ситуация на объекте торговли, проверил заместитель главы администрации округа Александр Семенов вместе с жителями поселка МЭС. Конечно, сегодня лучше. То есть они здесь уборку, они здесь и дезинфекцию делали. Можно все купить, подойти, все чистенько. Ничего плохого я здесь не замечаю. За неделю здесь и правда навели идеальный порядок. Очистили территорию от снега, прекратили торговлю вне павильонов. Однако у жителей остаются вопросы по благоустройству и внешнему виду рынка, а также по уборке территории вокруг него. Не современные уже вот и заборы, и вот вывески, и какой-то вообще проходы. Так как потоки наши, мы с детьми идем, нам хочется и тротуары, нам хочется удобств. Просто хотим красивое озеленение, где-то клумбу красивую. Пожелания и вопросы, которые волнуют малаховцев, обсудили во время рейда. В нем приняли участие представители рынка, администрации округа и управляющей компании. Все замечания были внесены в протокол. Жителям пообещали, каждый вопрос будет проработан. Если житель чем-то недоволен, мы обязаны выйти, посмотреть и разобрать. Нерешаемых вопросов нет. В общем-то, должны работать в связке с жителями, которые ничего сверхъестественного не просят. Красоту, благоустройство, своевременную уборку, элементарные житейские вещи. В этом году администрация рынка уже запланировала ряд изменений. Во всех корпусах появятся раздвижные двери, над входными группами установят новые навесы. Также на торговом объекте наведут порядок с рекламными вывесками по согласованной схеме. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.